Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально каких-то полчаса-час назад вышло мое видео в отношении набора со Шкодой Т27 и Центурионом МК5-1. Центуриона МК5-1 мы обкатали, ну а что касается Шкоды Т27, то давайте ее обсудим и тоже поедем немножко повоевать. Кратенько, для тех, кто не смотрел предыдущее видео, озвучу следующее. На продаже появился набор, крайне годный наборчик за крайне приемлемую цену в 12500 золота. То есть по 6250 за каждую машину, даже если брать их просто в голом состоянии. Но в данном наборе к ним еще положили целых 20 сертификатов X5, и это существенно поднимет ваш элитный опыт экипажа, который, напомню, распространяется на все танки в вашем ангаре. Плюс к тому открытое все оборудование, которое существенно поможет вам сэкономить серебро, ну и плюс легендарные внешние виды для данных машин. Именно поэтому я считаю, что набор действительно достоин вашего внимания, если вы любитель СТ. Плюс к тому, качество набора радует тем, что это две машины с абсолютно разным геймплеем. Ну а что касается покупки по отдельности, то реальный ценник на Шкоду Т27 за голое состояние я бы выставил в 7000. Что касается Центуриона МК5-1, то 7500 адекватная цена, но все же, если поторговаться, то 7 будет гораздо приятней и тоже вполне себе объяснимой ценой на Центуриона. Поэтому, ребят, я и считаю, что набором брать очень выгодно, если обе машины у вас отсутствуют в ангаре, и в обоих машинах вы так или иначе, ну не то чтобы нуждаетесь, но хотели бы получить абсолютно разный геймплей. Чем отличается Шкода Т27 от Центуриона МК5-1? Центурион МК5-1 имеет лучше бронированность, ну а Шкода такой броней похвастаться не может. Центурион — цикличное орудие с крайне быстрой перезарядкой и несущественной альфой, ну уж будем говорить откровенно. Что же касается Шкоды Т27, то здесь урон за выстрел 220 единиц, пробитие довольно себе посредственное, но в целом достаточное, в конце концов можно заряжать подкалиберные. Здесь есть просто великолепное время перезарядки снарядов между собой в магазине, всего лишь 1,5 секунды, а это значит, что свои 3 снаряда вы отбросите за 3 секунды боя и суммарно получите целых 660 единиц урона с барабана. Это очень классно. Единственное, что стоит быть готовым к тому, что вам необходимо знать, как скоротать целых 16 секунд перезарядки вашего магазина с учетом того, что будет установлено соответствующее оборудование и амуниция. Если вы играли на Т50-51 10 уровня, то вы знаете, как это время скоротать, и Шкода Т27 для вас сюрпризов никаких не преподнесет. Что касается времени сведения и разброса, все очень качественно, все очень приятно, я бы сказал точно так же, как на Центурионе. Ну что, то, что можно было обсудить, обсудили. Если вам этого мало, переходите по ссылкам, которые я добавил в описании, они помогут вам принять взвешенное решение. Там есть абсолютно честный обзор на Шкоду Т27 и другие видео, которые, я уверен, будут вам полезны. Берем машину и поехали, попытаемся ее реализовать в первом попавшемся рандомном бою. Итак, друзья мои, поехали, будем тестить Шкоду. Первое, что необходимо о ней помнить, так это то, что вам не надо бежать как пенсионер в пенсионный фонд, как только появилось свободное время. Вам необходимо пропустить своих союзников вперед, для того, чтобы они немножечко там что-то как-то посветили, чтобы они немножко на себя внимание отвлекли, ну а дальше начинать реализовывать свой барабан и великолепную скорострельность. Если вдруг, по какой-то причине, вы не смогли реализовать сразу все свои снаряды, отходите назад, включайте перезарядку полностью всего магазина, для того, чтобы не тратить время. Потому что вашей альфы не так уж и достаточно, и бывает очень часто такое, что на Шкоде ты не успел реализовать оставшийся снаряд или два, а потом ты выезжаешь на какого-нибудь соперника, ну и, соответственно, отхватываешь от него по полной программе. Ну вот, допустим, как сейчас, я ушел на перезарядку, не пытаясь реализовать последний снаряд, потому что гораздо больше толку от этой машины, если вы при следующей встрече со своими соперниками во всеоружии встречаете их со всеми 3 снарядами, готовыми вылететь за 3 секунды. Что касается негативов по машине, они есть. Здесь практически нет брони, к этому необходимо быть готовыми и ни в коем случае не использовать данную машину как... Сейчас, секундочку... Как танк для прорыва обороны. Вы не сможете этого сделать, вас будут пробивать везде, куда не лень. Возможно, где-то какие-то рандомные рикошеты будут все-таки прилетать, но не так часто, как хотелось бы, к сожалению. Ну и, соответственно,
эх, не хватило. Не хватило времени перезарядки. Ну и, соответственно, ребят, вы будете гораздо быстрее отлетать в ангар. Что же касается того, что необходимо от вас для того, чтобы реализовать данную машину, которую я лично считаю очень приятной. От вас необходима сноровка реализовать 4 барабана. Точнее, даже нет, не так. Не 4 барабана реализовать, а грамотно реализовать время, которое вы потратите на то, чтобы эти барабаны перезаряжались. Потому что сам барабан реализовать проблемы вообще никакой не составляет. Орудие точное, орудие скорострельное, ну и, соответственно, не хватило чуть-чуть. Ну и, соответственно, ребят, сама реализация барабана не требует какой-то дополнительной, не знаю, там, техники, сноровки, умений, называйте как хотите. А вот что действительно надо, так это уметь грамотно спрятаться и обождать, пока орудие перезарядится. Если вы посчитаете суммарно 4 барабана по количеству наносимого урона, то вы получите более 2500 урона с 4 барабанов. Этого более чем достаточно для того, чтобы занимать лидирующие позиции в вашей команде по урону, вне зависимости от того, выиграет ваша команда или проиграет. Ну, в принципе, как я и говорил, геймплей-то практически такой, как на Т-50-51. Выехал, реализовал барабан, скрылся за горизонт, ну и, соответственно, будет тебе счастье, когда перезарядишься. Ну, а картонность тоже берет свое, и, как вы видите, пробивают машину везде. Ее пробивают даже вот в эти вот зализанные части по бортам башни в прямой проекции. Короче говоря, здесь танковать, ребят, абсолютно нечем. Теперь давайте попытаемся посмотреть на результат. Результаты, которые мы смогли получить за данный бой. Да, мы проиграли, вопросов нет. Но вопрос заключается не в том, проиграли мы или не проиграли, а в том, что мы смогли сделать за данный бой. 2380 единиц урона с учетом того, что я с вами постоянно разговаривал. Что касается, это я говорю к тому, что я отвлекался на общение с вами. Что касается моей результативности. С абсолютной легкостью первое место в команде по урону, и поверьте мне, Шкода очень часто дает возможность занимать лидирующие позиции в команде. Сейчас поставлю лайки нашим союзникам и нашим соперникам, тем, которые были самыми результативными игроками. Я люблю проявлять уважение и считаю, что мы должны делать это постоянно. Это поддерживает не только союзников, но и соперников, показывая им, что они действительно молодцы. Ну, победили-то они в конце концов, честно. Берем машину и поехали в следующую каточку. Ну что ж, второй бой. Давайте попробуем машину реализовать. Сейчас посмотрим, кто куда поедет. Если у нас будет достойная поддержка, то мы, в принципе, что-то сможем. Единственное, что меня очень сильно смущает, компания Шпица. Далеко не самый лучший союзник в отношении результативности и поддержки вас в боях. Но в то же время все мы качаем ветки, и так или иначе Шпица-то тоже кому-то необходимо проходить. Так-с. Ай-яй-яй-яй, жаль, третий снаряд не смог реализовать в барабане. От себя могу посоветовать следующее. Шкода Т-27, она очень сильно не любит упрямых. Я говорю о чем? Я говорю о том, что если вдруг у вас получилось, не получилось реализовать барабан, не имеет значения, ни в коем случае не оставайтесь на одном месте. Как только вы понимаете, что в ближайшую секунду, две, ну максимум три секунды, вам не в кого реализовать оставшиеся снаряды в барабане, уходите на перезарядку, и ни в коем случае не пытайтесь застолбиться на одной позиции. Если вы чувствуете, что сейчас может становиться жарко, то в отличие от Центуриона, в отличие от Химеры, упрямо оставаться на той позиции, на которой вы были, для Шкоды Т-27 это просто смерть. Ну вот зачем ты остановился? Вот скажи мне, пожалуйста. Странный ребенок, наверное, играет. Ну, просто потому, что взрослые люди так не поступают. В конце концов, если ты выехал, дал выстрел и чувствуешь, что рядом с тобой есть твои союзники, то попытайся немножко как-то там подвинуться для того, чтобы пропустить кого-то вперед, кто сможет дальше реализовывать задуманное и разбирать соперников. По точности,
по времени сведения. Все те же самые ощущения, что и играя на Центурионе. Все действительно очень хорошо взвешено, все очень классно. Давай, выкатывайся. Пойдем в размен. Ай-яй. Ну, в принципе, вот так вот как-то. Короче говоря, толпой, конечно, и батю легко ногами бить. Но, так или иначе, Шкода Т27 в любом бою делает существенный вклад в победу команды, если грамотно ее использовать. Многие рассказывают по поводу того, что это прям совсем не результативная машина, что она прям никому не нужна, что это отстой. Нет, ребят, данная машина просто требует от вас понимания, как ее реализовывать. В данном случае неполные 2000 урона, один уничтоженный соперник. Что касается моей результативности по фарму, то здесь 32 тысячи без прем-аккаунта, что я лично считаю довольно неплохим результатом за такой настрел. Что касается моей результативности по команде, то обратите внимание, я занимаю 3-е место, не сильно отставая от 2-го. Ну а что касается реалий, то в случае, если у вас получится реализовать хотя бы на один барабан больше, то 1-е место в команде в победных боях вам обеспечено, ну а в проигрышных так уж тем более. Хвалим наших ребят-союзников, они действительно очень большие молодцы. Молодцы, классно отыграли, хорошая командная игра, ну а наши соперники достойно сражались, проиграли, но сделали это с гордо поднятой головой и бодались ребята действительно до последнего, их неплохо подкачали, их же союзники, которые практически ничего в бою не сделали, я говорю про тех ребят, которые вообще не нанесли никакого урона, а их там, если я правильно увидел, было целых 2. Короче говоря, Шкода Т27, да, пускай не для прям каждого танкиста в нашей игре, но поверьте мне, машина порадует очень многих бойцов, уж тем более за 6250 в составе набора. Вот такой вот он, танчик с уникальным барабаном. Я снимаю специально для вас исключительно честные обзоры и приглашаю всех завтра, 31 августа. 19:00 по CEST, либо 20:00 по Киеву, кому как удобнее считать, на прямую трансляцию, где мы покатаем в прохождении квеста от Megadis. Всех жду, всем буду рад. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.